Тимос, меня зовут Андрей. Мы сегодня играем в министра of Broadcast. Коснись где угодно, чтобы начать. Нажимаю сюда. Ой, нету. Убавил. Теперь меня лучше слышно. Так, скорость медленная, приватность выпал. Похоже, с друзьями, что ли, можно ее купить полную версию игры. Давайте сначала посмотрим. Так. Выбрать сложность. День первая, среда. Нормально давайте. Затупил. Ага. Они опаздывают. Здесь скоро дело, коснитесь дважды, чтобы пропустить. Да не хочу, давай, ну. Прохладно сегодня. Холоднее обычно. Холоднее обычного, сэр. Ты почему здесь, Марсала? Зачем вызвался? Мечтан заставил, сэр. Ценю твое рвение. У тебя хорошие глаза. О, господин ученый. Кажется, я их вижу. Уверен? Никак, нет, сэр. Потом явишься на проверку зрения. Нужно исправить эти глаза. Вот теперь вижу грузовик, сэр. На этот раз уверен? Так точно, сэр. Хорошо, я буду у себя на точке. Разрешите спросить? Это не причастный, сэр? Да, он сам. Направь его ко мне. Овчарка. Ну что, где он там? Эй, трыщ! Хватит позировать. Двигай давай. Прошу прощения, сэр. Просто хотелось прибыть с помпой. Это не тюрьма. Что такое помпа? Хватит оправдываться. Шагай давай. Тебя ожидают. Есть, сэр. Стоп. Стоп, хер. Привет. Я опоздал. Прошу прощения, сэр. Водитель грузовика приехал вовремя, а ты опоздал. За мной. Добро пожаловать на шоу на сцене. Шоу, в котором все твои мечты могут стать явью. Бла-бла-бла. Спасибо, что пригласили. А ты у нас шутник, да? Ничего, это пройдет. Так, с любезностями все. Если вам лень читать, коснись дважды, чтобы пропустить диалог. Ладно, дальше. Почему ты думаешь, что сможешь победить на шоу? Не уверен, но, скажем, мне легко сопереживать. Подробнее. Ну, людям будет легко сопереживать мне, как герою. Ну, ты же рыжий. Ну, да, у меня рыжие волосы. Рыжие менее 2% от населения. Простите, не понимаю, к чему вы. Протагонист не способен на самоанализ. И не имеет души. Прошу прощения. Неважно. Почему хочешь победить? Чтобы увидеть семью. И отца. Тебе дадут разрешение только на одно посещение за стеной. Так точно, сэр. Поясни. Он с нами живет. Кто? Мой отец.
Почему ты тогда упоминал его отдельно от семьи? Не упоминал, сэр. Проблема с отцом в запущенной стадии. Так, ты ведь в курсе, что можешь получить травму? И что сам ответственен за все свои решения? Да. Отлично. Немного прошел. Ты не будешь в составе ни одной из команд. Ни в полиции, ни в гражданских. Чтобы определить твою роль, нам нужно будет тебя протестировать. Завтра первый тест, номер твоей комнаты 8. После комендантского часа находиться снаружи разрешено только полицейским. Тебе понадобится этот пропуск. Все, ступай. Давай, одна нога здесь, другая там. Именно... Или наоборот, сам реши. Чтобы открыть дверь, коснись кнопки. Хорошего эфира. Хорошего эфира. Опа. Жаль, направо. Кажется, двигаюсь не в том направлении. Отлично. Вон пидор. Уходи, или буду стрелять. Простите, я просто осмотрелся. Понятно. Ты новенький, да? Да, моя семья живет за стеной. И это единственный способ туда попасть. Ну, тогда удачи. Жилое помещение на левой стороне. Вот черт, так и знал. Придет топать всю дорогу назад. Может, так быстрее будет? Да ладно, так будет, может. Ну что ты так сразу не делал? Если обратно. Я бы лучше поспал. Доброй ночи, сэр. У вас есть пропуск? А, точно, пропуск, вот. Номер комнаты. 8. Спасибо, пропуск подтвержден. Твоя комната прямо за мной. Можешь идти. Мы видимся. И все. Мне нужен был пропуск, чтобы пройти вперед на пару метров. Правила есть правила. Без них мы были бы как животные. В постель. Мы видим все. Мы слышим все. Сверху. Привет. Ты мой сосед, Джо. А я... Спишь на верхней койке. Ага, я тоже устал. Дорога была длинная. Из-за водителя у меня проблема возникла. Мы опоздали. Ночи. Доброй ночи, сосед. Какой-то странный сосед. Камера выкл. 60 FPS. HD. Где мои ботинки? Я же их тут оставил. Ха-ха-ха. Пятняшка, ботиночки потерял. Может, Джо знает, где они? Спрошу его, когда увижу. Последнее предупреждение. Всем участникам проследовать наряду. Без ботинок. В ботинках нет необходимости. Чтобы бежать, проведите по экрану и удерживайте, чтобы бежать. Ух, снег так холодный.
будет. Ты что тут делаешь? Ты уже должен быть на арене. Она в другой стороне лагеря. Направляйся туда. Немедленно. Дело не ждет. Что, проходить? Ладно. Проблемы с эфиром. Косни, чтобы ты начал заново. О, одиночки ботиночки. Заберу их себе. Вот черт. Размер не мой. Как он к яичкам попасть? Так, первый уровень. Началось. Вперед. Там же пропасть. О. Ну давай вниз. О. Стой, 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 наверх. Подключайтесь. Стой. Открыть. Там что? Ай. Это было просто. Ну, для меня. Что за 4? Я сканируюсь. А, там. Никак не пройти. Камера, здорово, камера. Опять этот шум. Сдохните, крыса. Спокойно, мальчик, спокойно. Это просто куча крыс. Они уже мертвы. Ух. Не нравится мне это все. Попались. Ни одной крысы мимо не проскользнет. Передавай привет бездне. Без клик. Держант Лашкович. В трубе замечена крыса. Трубе сектора 1 нуждается в очистке. Вот. Я эту игру уже немножко проходил. У меня это не записалось в видео. Я здесь минут 15, наверное, потратил, чтобы догадаться, как сюда попасть. Тут надо было просто пройти пешком. Что внизу интересно? Я, наверное, потом не поднимусь, да? Этот почти закончил. Ну что, на обед? Ага, пошли. На что? На что я уже готов слюня слона сажать. Давай же, шевели булками и к выходу. Рыжий, это тормоз? Да уж, парень явно не великого ума. Все? Да когда же это кончится? Может, выход к нему подвинем? Вот так, так жесткая посадочка. Да, здесь ничего не было. Лили. Смотри, человек, ботинка прямо для тебя. Ух, ну и вонь. От тебя смертит не меньше.
прыгаем. Везде за мной следят. Так. Здорово. Да уж, рыжий, конечно, вообще без мозгов какой-то. Как же так, а? К выходу не идет. Им на обед надо. А рыжий вообще эгоист. Эх, вообще. Ну, не надо, но... Так, тут все. Так, Денджер. Добро пожаловать на вторую арену. Пора немного включить колу. Немного. Немного. Но, нет. Что мне стоит? Вот термин. Мои лосинки в фотошопе. Прошу уборщика не поставить. Беги, Джо, беги! Сильнее шаг назад. Беги, Саня, беги! Беги, вниз, беги! Там. Да. Понял. Ага, еще один решил, когда уже все это кончится. Убирайся! Что так быстро разговариваешь, что ты? Раз. Раз. Ух ты. В форме головы здесь. Вон. Трещина. На Халка похоже. Ну давай. Опа, нос построил. Дангер. Ты. А ты. Как мне тут забрать? Раз. Беги, Шо, беги. Саня, шаг вперед. Беги, Саня, беги. Беги, Саня, вперед. Беги, Филипс, беги. Ботинки-то забрать. Прыгай. Крыса. Да, ботинки. Хочет. Так. О, господи, они же. Надеюсь, они в порядке. Простите. А черт там. Ты следующий! Ха-ха-ха! Что за ворона такая? Так, ничего не, да? Камера на переднем плане. Ты что-то нажал, конечно, прыгать? Прыгай! Молодец! Вниз, беги! Прыгай! Тоже с второго раза справился в тот раз. Черт! Было жестко. И все, дальше я уже не знал. Снова время закончилось. Добро пожаловать на третью арену. Надеемся, ты не боишься темноты. Здорово, крыс. Ой. Вау, теперь мне даже жаль эту крыску. Опять застрял, что дальше? Берешь вот так вот, прыгаешь. Экзит Денгер. Что за шум? Боже, крыса с неба падает. А там что? Чем там не могу пройти? Там
Едет. Едет. А, типа закрой пока. Ты слишком медлительный человек. Вот что, ворон здесь. Может. Может тебе дать. Смотри, я тебя не вижу. А, не, Видел бы ты сейчас свое лицо. Это ворона умнее меня. Я бог скоростей. Мои пятки такие сверкают. И снова. Офигевшая крыса. Ой. Я бы весь день смотрел, как ты подыхаешь. Какая-то странная ворона. Люблю смотреть на людей, что за шум. Крыса, крыса, крыса падают. Боже, это еще что? О боже, сердце колотится как бешеное. Ну а теперь что? Собака. Рано. Беги, беги, Форос, беги. Не прыгать. Отлично. Прыгаем. Не надо было прыгать, да? Что здесь? Давай вниз. Давай вниз, да? О, нормально. Дальше идем. Привет, Борис. Здорово. Тебе тоже выбрали, значит? Вроде тебе уже назначили. Агась, я гражданский, а ты? Мне еще не назначили. Ну приятно побездельничать тогда. Надеюсь, скоро получше роль. Да уж. Ой. Бак вниз. Вот черт. Она же меня просто толкнулась с самого начала. Что, издевать что ли? Ну, давай вниз. Привет, Брис. Здорово. Она же меня просто толкнула. Ай. Чуть ногу не сломал. Привет, Борис. Так, он мне вообще нужен, нет? Найдешь. Он там болтает, что-то болтает. Пока, Борис. Давай. Чего-то не надо, что ли? Чего не надо, что ли? Да ё-моё. Ладно. Так. Эй.
руками. Опять эта тупая крыса меня убить пытается. Не нужна эта арена. Да ладно тебе, крыска, крыска. Так, тут все. Все, доедем, давайте заканчивать. Воу. Опять? Серьезно? Давайте на этом мы и закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки. Тем, кто хочет поддержать канал, ссылка на донейшн Алёрчик в описании. И всем пока-пока.